Приветствую вас, мои дорогие, с вами Анастасия, сегодня в образе вот такой сказочной королевы. Как вы уже поняли, в этом видео будет немного зарисовок с праздника Хэллоуин, который с размахом отмечают у нас на нашем районе. И я, конечно, очень рада возможности побыть немножко, знаете, маленькой девочкой и переодеться в костюм какой-нибудь сказочной героини. Кстати, если у вас есть идеи костюмов на Хэллоуин на следующий год, вы можете делиться в комментариях. Ну а пока я почитаю вам осенние стихи, которые прекрасно подойдут под атмосферу нашего видео. Свой пируэт опавший лист свершит под музыку Вивальди, простится росчерком печальным с ватагой перелетных птиц. Густыми каплями дождя седое небо отзовется, потоком слез на мир прольется, по скользким крышам уходя, за горизонт, куда-то вдаль, где исчезают обещания, за тонкой пеленой свиданий, дней ускользающих вуаль темнее под покровом ночи, на месяц тоньше календарь, листвы редеющий янтарь, уже ноябрь нам пророчит. Ну и теперь давайте продолжим с нашими зарисовочками. Вот здесь я хочу вам показать, как наши соседи угощают всех прохожих глинтвейном разных сортов. Это было очень приятно. И, честно говоря, я еще нигде не видела, где подают глинтвейн к Хэллоуину. Очень классно. Вот еще вот этот домик, он всегда такой интересный. Всегда вот здесь какие-то придумывают хозяева. Очень творческие люди, всегда у них здесь какой-то интересный стенд. Видите, то рука пугающая, я думаю, вы помните мои прошлые ролики. И всегда что-то интересненькое придумывают хозяева этого дома. Творчески подходят, молодцы. Хэллоуин очень популярный праздник в США, и тратят на него в общей сложности, вот я почитала в этом году, потрачено на Хэллоуин 11,6 миллиардов долларов. То есть это имеется в виду и на костюмы, и на вот эти конфеты, и на декорации для дома. То есть все с размахом таким, и вот такая кругленькая сумма получается, да. А в среднем семья, каждая семья тратит на Хэллоуин где-то около 106 долларов. То есть обязательно кто-то купит какие-то там декорации или там какую-то, знаете, тыковку. Ну, естественно, детям костюмы там не без этого. Так что средняя стоимость костюмов начинается от 25 долларов. И для взрослых там костюмы, они могут стоить и 50 долларов, там и 60 долларов, и до 100 долларов. Ну, в общем, вот. Но в этом году, конечно, я не отказала себе в удовольствии и приобрела костюм.
Еще хочу дать совет путешественникам, если вы попали в США на этот праздник, я советую собирать конфеты, ходить собирать конфеты с детьми именно в маленьких уютных райончиках, таких как наш. Потому что мы, когда, я помню, только приехали в страну, мы ходили собирать конфеты на центральных улицах. Знаете, вот этих крупных улицах, там Кингс-Хайвей, Авеню-Ю, и там конфеты быстро заканчиваются, потому что там все дети ходят, целые толпы, а вот именно вот маленьких таких отдаленных уютных райончиках, там вот только для своих, только дети, которые живут в этом районе, и конфет хватает на всех, ну просто вот, я помню, мы собирали целые мешки, ну, в этом году уже как бы мы выросли с этого, да, хотя вот Николь, она собирала конфеты у себя в школе в Манхэттене, но вот после школы они там пошли с подружками, но там, конечно, улов не очень, она мне так и сказала, а Мишель, она все-таки приехала там со своими друзьями после своей школы, и они там тут насобирали, в общем, себе. Хотя чувствуется, конечно, что детство заканчивается, уже взрослеют мои девочки. Но, как видите, вот соседи молодцы. Они, у них детство, это же взрослые люди, да, делают такие вот украшения, все это. А для них это еще, как бы вот этот цирк, это все существует. Вот смотрите, какой дядечка одетый, переодетый, вот такие вот все декорации. Ну ладно, вот посмотрим с вами немножко зарисовки. Кстати, хотела вам показать серьги, которые у меня были... костюму на Хэллоуин. Это серьги от компании Tagliamonte. И, конечно же, я вам сегодня сделаю обзор находок. Находок, которые... вообще был у меня очень удачный заход в секонд. Обычно бывает, знаете, как зайдешь и ничего нету. Второй день опять зайдешь, ничего нету. А в этот раз был такой хороший улов. В общем, я ушла такая довольная. И давайте смотреть, что же там встретилась, но начну я с покупки через интернет. Вот эта чудесная картинка с крылом бабочки. Я давно хочу ее вам показать, эту маленькую такую миниатюру. Такая вот королева, да, со своим рыцарем или там с кем. Вот здесь вот написано, что это настоящее крыло панамской бабочки. И, конечно же, очень красиво и приятно любоваться на все эти переливы. Ну и дальше. Это вообще прелесть. Я еще смотрела, вы знаете, на эту вещицу. И думала, да ну, пластиковая камея, не хочу брать. А когда я взяла это в руки и стала рассматривать, это оказывается Max Factor. Это пудреница. И причем практически новая. 25 унций, смотрите, какая она. Сделана в США, и вот такая вот все, и там вот, пожалуйста, и вам и сохранилась пудра, и зеркальце в хорошем состоянии, и вообще вот все, вот и Made in USA, но порадовала меня эта находка. Я люблю вот такие дамские штучки, тем более, что они попадаются очень редко, и тем более стали гостями нашего секонда, что вообще очень трудно объяснимо. Вот. О, вот такая вот прелесть. Следующая находка. Вот такая чудесная резная роза. Я, конечно, очень люблю розы. У меня есть подобная роза из белого пластика. Но это такая осенняя роза, да, янтарного цвета. И к ней очень хорошо бы подошли вот такие бусы. Смотрите, как они хорошо вместе сочетаются. Очень красиво. Кстати, не знаю, бакелитовая ли это роза или нет. Нужно почитать, как определять бакелит. А вот следующая находка. Чудеснейшие фарфоровые бусы, причем сохранившейся этикеткой, где написано, что они привезены из Греции. Made in Greece. Вот такая вот чудесная застежка, старинная, да. Вообще замечательные бусы. Я очень люблю вот такие бусы цветочные. Просто обожаю. Очень красиво, нежно они смотрятся всегда. Освежает ваш образ. Прелестная находочка. Давайте дальше смотреть. Дальше
вот эта брошь, она, конечно, грубоватая. Думаю, что зрительницы со мной согласятся, что непонятно, какая там. Но меня купила маркировка. Маркировка компании «Арт». И, конечно же, я решила, ну, раз такие дела, ладно уж, раз это «Арт», вот я пытаюсь вам сфокусировать, показать, думаю, ну, раз уж такое, возьму. Возможно, она была немножко другого цвета, да, вот эта основная роза, я так думаю. Раритетная брошь. Так что она пополнит мою небольшую коллекцию брошей «Арт». Ну, а следующая красавица, я думаю, вы узнали, да, это сестренка той самой броши со сломанным замочком, которую я не купила. Вот ставлю вам кадрики, чтобы вы могли вспомнить про эту брошь. Ну, ладно, досталась мне вот такая. Видите, здесь отличное покрытие золотое, вот такой маленький замочек. То есть это сестричка той броши, младшая сестричка. Конечно, старшая сестричка более такая красивая, правда? Но будем рады как бы тому, что есть. Следующий шедевр, я считаю. Великолепный кулон Лакет вот с таким красивым аметистовым кристаллом. Так вот он открывается. И это компания Галдет. Вы знаете, я долго не могла прочесть. Потом я нашла этот кулон по картинке. И там он был атрибутирован как кулон от компании Галдет. И я сразу поняла, я сразу уже смогла прочесть вот эту мелкую надпись. Ну, очень красивый кулон. Я, кстати, тоже его пристроила к бусам подходящим. И с удовольствием, наверное, завтра уже и одену. Полюбуемся еще немножко на эту красоту. Вообще красивый, конечно, стиль такой, знаете, викторианский. И давайте схватим с вами другую находку. А следующая находка, вот такая прелестная лаконичная брошь в виде каллы. Она не маркирована, но у меня есть похожие сережки. Я думаю, они вместе составят прекрасный комплект. Ну а здесь я показываю бусы, которые составили компанию кулону и отлично смотрятся вместе. Вот они по оттенкам очень даже подходят. Следующая находка. Вот эти сережки с таким, знаете, кристаллом, похожим на такой дымчатый кварц. Ну, нет, конечно же, не дымчатый кварц. Это вот такой какой-то коньячного цвета, да. Очень красивые сережки. И, к сожалению, было к ним колье, которое продавщица мне сказала, что оно уже продано. Следующая находка. Это такой чудесный браслет с белыми хризантемами. Очень красивый, очень нежный. И, кстати, очень актуальный, да? Хризантемы – это цветы ноября. И вот еще следующая брошь. Вся такая красивая, яркая, с кристаллом. Сначала я подумала, что это AliExpress. Но почему-то картинка мне не выдала ничего. Поэтому давайте предположим, что это хорошего качества винтажная брошь. Ну и роскошные мне попались бусы. Вот такие вот. Ну, смотрите, какие красивые. Я, кстати, никогда не видела вот именно такие бусины, да, какие-то плоские. Такие вот, ну, прям переливаются. У меня есть стеклянные бусы с Aurora Borealis с таким покрытием. Но они не такие прям великолепные. Эти прям вот, ну вот сияют. И вы знаете, еще пока не было такого солнышка яркого, да, но тем не менее прям бусы переливались очень-очень красиво. И я, конечно, рада, что у меня они появились в коллекции. Ну, а вот следующие бусы из натуральных камней, да, все увидели здесь и кварц, и гранат, и выращенный жемчуг. Прелестные бусы. Купила я их у нас на Кингс-Хайве у моей любимой продавщицы. Появляется она там редко, но уже если она там появляется, у нее хороший выбор натуральных камней, там кулонов, есть что выбрать. И это, конечно, еще один шедевр. Вот следующий шедевр. Очень редко появляется в нашем TJ Maxx.
продукция Торре дель Греко из Италии. Да, это город, где делают камеи. И когда уже появляется, то я обязательно покупаю. Сколько бы это ни стоило. Очень красивый, очень нежный кулон. Роза. Конечно же, он современный. Конечно же, это не золото, это серебро с покрытием. И вот я подбираю к нему бусины, которые будут вместе хорошо смотреться. Здесь вот маркировочку вы видите. Очень красивый кулон. Это серебро с, по-моему, 14-каратным покрытием золотым. Я прошу прощения за сегодняшнее шумовое такое оформление видео, потому что мои девочки там наверху разговаривают. Но я думаю, что вы все понимаете. Иначе моим зрителям придется ждать видео довольно долго, пока я поймаю полную тишину в своем доме. Следующие серьги – это шаблюль, но я здесь заменила швензы. Это, конечно, не серебряные швензы, но очень хорошего качества швензы с AliExpress. И они мне очень понравились. И вы видите, что вот многие мои любимые сережки я заменила. Кстати, у той же продавщицы я купила вот такой чудесный кулончик, китайский, современный. Она очень милая. Смотрите, как здорово сделано вот весеннее дерево. Ну что ж, вот, наверное, на сегодня и все находки. Есть тут пару шедевров, да? Назовите, что для вас было самым интересным, самым шедевральным, самым редко встречающимся. Я поставлю немножко кадры с нашего магазина TJ Maxx. Как видите, здесь уже все готовы к Рождеству. Все в полной готовности. Продаются всякая новогодняя рождественская мишура, елочки, декорации. Ну, вот такое вот все красивое и интересное. Еще в конце видео я вам поставлю немножечко зарисовки с нашего Times Square. Я как-то туда попала на этой неделе, так что думаю, о, раз я оказалась здесь, думаю, сделаю для моих зрителей зарисовку. Потому что многие зрители не могут никак понять, где же я живу, где же их Нью-Йорк, к которому они привыкли. Но я, честно говоря, предпочитаю, конечно же, свой тихий, спокойный район. А вот как раз вот эти подставочки очень удобные для индейки. Если вы готовите индейку, вот в них очень хорошо. Ну и всякие вот здесь вот, да, чашечки. Ой, когда-то я сходила по ним с ума, по этим чашечкам. Помню, когда мы только приехали в страну, я думаю, боже, какая прелесть. Ой, как все хочется купить, а теперь мне ничего не хочется. Я понимаю, что чашки занимают место на кухне, да. И если я уже покупаю что-то, то это хороший такой винтаж. Ну и вот, пожалуйста, обещанные кадры Times Square. И на вот этой оптимистичной ноте я с вами прощаюсь. Я желаю всем хорошей подготовки к Рождеству. Желаю всем уютной и теплой осени пока что. Можете, кстати, написать в своих комментариях, что вы думаете о победе Дональда Трампа. Мне очень интересно мнение моих зрителей. И я с вами прощаюсь. С вами была Анастасия из Нью-Йорка. Всего доброго. Пока-пока.